Доброго времени суток, друзья. Сегодня, ну, я думаю, сегодня я буду играть роль наемника. Толян? Толик. Отыграю роль наемника в том плане, что надо выполнить заказы для Сидорыча. Парочку, да? Убить торгового представителя, по-моему. Вперед к нему. Вернемся, возьмем заданице. И обобрать весь хабар, который тут есть, который. Метки которого у меня имеются. Везде сходим, везде попробуем. Мне нужна работа, есть что? Убить двух бандитов на свалке я берусь. Еще за работа торгового представителя я берусь. И еще найти усовершенствованный пистолет. Я берусь. На все я готов. Отправляемся в путь. Я думаю, это будет хорошим делом. Кстати, а чё я сразу так не просёк, когда было темно? Да. Спрашивается. Вот где-то там он, да? Надо его будет взять и убить. А сначала сходим на АТП. На АТП нужно убить парочку чертиков. Там потому что лежит хабар. Хабар нужный мне. Ну, нужный, не нужный, я не знаю. Но, по крайней мере, я соберу его. Какой бы он там ни был. Просто нужно полностью проходить эту игру. Нужно. Кому нужно? Мне нужно. Поэтому сейчас... Так, там двое идут. Это не бандиты? Нет. О, они, кстати, туда пошли. Хорошо. Одновременно. Здесь никого? Одновременно я тоже пойду с ними. Так. Я думаю, что автоматик можно поменять пока, да? На бандитов серьезное оружие тратить неохота. Ну, давайте начинайте. Вы первый, и потом я. Пошли, да? Он туда куда-то спрятался. Он с той стороны зайдет сейчас. Наверное. А, убил сразу. Убили сразу одного. Вон он ушел. Только что вышел. Отлично. Идем дальше. Смотри аккуратно. Одного вообще сразу снесли. Вон он наверху. Клинанул. Автоматик. Он так стоит. Опа. Так стоит, что я с другой стороны могу попасть. Четверо. Трое. Аккуратней, аккуратней. Вон он. Так, одного взяли. Еще двое. Ты где? Я пошел наверх. Тут еще один лежит. Я вообще никого не вижу. Он еще где-то один остался. Вон он, там. Бей его, добивай, я убью. Отлично. Убили, убили. Артефактик. Это хорошо. И патроны хорошие. Пригодятся. Так, вот здесь где-то. Где-то здесь спрятан хабар, я смотрю. Там еще что-то есть. Баночка. Нет? Нет. А где, кстати? Что-то я не вижу. Может, с этой стороны? На крыше. Ладно, пойдем на крышу сходим. Там что-то есть, похоже.
Так, ну ладно, ради этого я и убивал этих бандитов здесь, вон там, вон, да? В ящичке лежат. Ну ладно. О, артефакт, камень, ломать мясо, скорее всего, это. Перебили группу. Одного лишились, сейчас я обойду, посмотрю, что у них есть тут. Так. Дробовиков я ничего брать не буду. Вот, по-моему, где-то тут убил я еще одного. О, АК-48. 74. Так. Все. Больше тут ни черта нету. Шарик какой-то. А, шарик. Это череп. Шарик лежит. Шарик. Вот тебе и шарик. Тут еще одного убил я. О, смотри, патроны появляются. Блин, нафиг я взял пистолет. Кстати, где он? А, я его не взял. Так, возьмем автомат и выбросим его, если в нем нет патронов. О, есть патроны. Отлично. Идем дальше. Сейчас нужно убить торгового представителя, он где-то там находится. Да его вообще легко убить будет, если он один. Вообще без проблем, я думаю. О, еще один. Класс, артефакт. Так, этих я уже обирал. Это я помню. Да нет, тут вообще-то есть новенькие, наверное. Гранату возьму. Федор, голова, быстро его вынесли. Так, идем туда. Мне просто интересно, будет он против меня сопротивляться или нет. Немножко интересно. Хотя, по идее, не должен, потому что у меня был заказ. Заказ наемника, что нужно убить кого-то там, в этих местах. Сейчас я это сделаю без особых, думаю, проблем. Тем более, что он не знает, что я хочу его убить. Собака. Я его ранил. Песика. Песик, ну куда ж ты? Есть, убил. Ладно, все хорошо. Здесь. А здесь ничего нету, в принципе. Ладно. Только один человек, которого нужно убить. А если он, кстати, там? О, он там, значит... будет проблема. Будет большая проблема у меня. Плоть. Как она там оказалась? О, чё? Кровосос, сука. Охренеть. Вот откуда они набираются, а, уроды? Здесь, в таких местах, еще две или три аптечки я потратил зря. Там плоти были. Вон плоти. Да ты че, охренели, что за всем, суки? Две аптечки, блядь, опять затратил. Нахера? Фу, вот это отбился. А их тут становится немало, я смотрю. Так, чуть-чуть, что-то не то. Все хорошо. А мне нужно на ту сторону перебраться. Там, я думаю, я пройду вот посюда. Так, здесь... А, так это... Это за... Нет, перед дорогой. А как туда добраться? Сейчас будем пробовать. До железной дороги где-то тут. Кто? Где? Тут обход.
Я вот не знаю, мне одного его придется убивать или с кем-то. Где-то он тут есть. Если он один, то ладно еще. Если он не один, тогда напряжно. Там их там их четверо. Фу. И что, мне всех надо мочить вот? А, собака! С целью охоты на монстров и поиск артефактов. Сбор всех желающих любителей этого дела назначен на 9:00. Этого дела брать с собой по две бутылки. Вот этого надо убить, а? Блин, так не смешно же. Ну-ка, сохранимся и посмотрим, что у нас получится. Они не против меня? Им пофиг, да? Что я убил его. Им пофиг, что я его убил. Ладно, тогда. Нашим легче. Сейчас нужно сходить вот сюда, и потом я пойду еще... Пойду еще вон на то место. Странно, да, так? Вроде бы сидели вместе. Собаки. Так, ну тут... Тут лишь бы кабанов не было сильно много. Там пенек. В пеньке нет. А, нет, вон тут, вон там есть. Так, ну там кабанье. Нет там никакого кабанья, я смотрю. По крайней мере, вон есть. Еще один. Ножка есть? Еще один кабан. У тебя ножка есть. Хорошо. Все, что нужно было, сделали. Так, подожди. Артефакт еще один. Так, сейчас я иду вот сюда, в этот угол. Ну, до того нужно будет сохраниться вот как раз там, потому что будет это все серьезно. Так, идем сюда. Да, как-то странно. И чуть-чуть в аномалию не попал. Как-то странно, чуть-чуть. Ну-ка, бинокль. Странно, да. Там собак много. Ладно, сейчас дойду. Вау. Я боюсь, как бы тут не было много аномалий, а? В этих местах. Так. Собак. Так, здесь пройдем. Вау, собаки. Спину они на меня не напали. Вау. Тут вообще бегать опасно. В связи с аномальными зонами. Так. Здесь спокойно. Вот тут вот тяжело. Так, надо где-то тут. Вау. Мне надо обходить, наверное. Звуки страшные. Напряжные. Так, здесь надо вниз спуститься, да? Там наверху этот артефакт. Собака. Где-то рядом. Вау. С этой стороны тоже. Блин, и как до него добраться-то, а?
Стоп, давай сохранимся. Фу. Так, лишних движений не делай. Не делай лишних движений. Вот и совершенственный костюм. О, сейчас надо обратно выходить. Так, артефакт вот этот вот, как собрать? Жадность фраера сгубит. Надо выходить. Ай-яй-яй-яй-яй. Ладно, выжил. Фу. Ладно. Артефакт там лежит, блин. Воу. Собака забегала, блин. Не, тут опасно все-таки собирать этот артефакт. Он того не стоит, я думаю. Его можно было уронить, наверное. И тогда бы без проблем я его мог собрать. Так, сейчас пойдем за железнодорожную насыпь, но для этого нужно обойти с другой стороны будет. Подожди, стой. Все хорошо. Ничего не перепутаем. Там еще одна собачка бегает. Главное рядом бегать с этими. А им вообще пофиг. Им вообще на все пофиг, потому что я и товарища их убил. А, вон они побежали, да? Есть. Хвостик есть? Собачка. Нету. А, ну ладно, возвращаемся с той стороны, сейчас обойдем. И я думаю, возвращаемся на свалку, а там, наверное, на ЭТП выполнять еще одно задание. Воу. Воу, блин. Кабаната, блин. Убила парнишу. Все хорошо, идем дальше. Кстати, можно вернуться. Отнести совершенствованный костюм Сидоричу. А можно не торопиться. В этой стороне у меня больше ничего нету. Да? А, нет, появилось. Ладно. К Сидоричу сейчас не пойдем. Пойдем в следующий раз. Хотя у меня перевес идет. Нет, небольшой. Небольшой перевес. Я думаю, пройду по аномальной зоне, по вот этой вот. Тем более я знаю, как там ходить. Тем более с новыми модификациями там стало ходить легче. Раньше вообще пройти было невозможно. Собака. Собака. Вот и собака. Сейчас пройти можно. Так, ну ладно, перед прохождением, думаю, сохранимся. Еще разок. И идем дальше. Кстати, я отстал. Подожду, лучше лишнюю минутку подожду, чем буду бежать раньше времени. А то прибьет как нихер делать. Переживаем. Воу. Ай, блядь, нихуя меня уебало. Аптечка спасла. Фу. Это было просто дико. Ладно, здесь, на этой стороне, мне нужно собрать кое-что. Хабар. А, вон там. Возле грузовика смерти, из которого меня вытащили. Ладно, здесь преодолели. Идем дальше. Там бандиты, кстати, идут. Скорее всего.
Ну, нужно просто с той стороны обойти, я думаю. Это будет лучшее. Лучшее дело. Что я обойду именно с той стороны. Лис все еще тут сидит, да? Ничего. Отбивается. Молодец, хорошо. Я думал, это где-то дальше. А, вот здесь, значит. Ну, здесь-то еще лучше. Кстати, я забыл, что это за место. Интересно мне просто. Блин, надо к лису туда направиться, потому что я меня не может обнаружить, не могу. Так, как она называется? Рюкзак я скинул на чердак. Вернусь потом, пока никак. Стихами говорит, да? Чердак. На чердаке, в принципе, не знаю, как туда добраться. На этот самый чердак. Можно ли, нет. Раньше можно было проходить здесь. Сейчас, по-моему, нету такой возможности. А может и есть. Так. И чё, а как дальше? Не смог. Может быть. Да. Чё я тупил? Тут проход-то другой. Я пока выберусь, хрен знает сколько времени пройдет. Надеюсь, выберусь. Так. Залазим на чердак. Я почему-то думал, по-другому надо залазить. Я уже забыл, честно, если. Тут я помню, можно упасть. А, но можно не упасть. Вот он, рюкзачок. Что там интересно в нем? Аптечка, это хорошо. Так, а теперь можно спускаться вниз. Патроны, еще аптечки. Ну вот, в принципе, и все. Теперь, я думаю, можно возвращаться уже. Тут вот интересно, да? Какой-то люк забаррикадированный. Возвращаться на свалку и идти убивать того представителя. Лишь бы тут бандитов не было много. Не, сталкер. И тут целая куча убитых лежит. Военный? Да пофиг на него. Пускай этот не мочится. Держите меня с севера! Вау. Сильно тут кого-то покоцали. Это не я случайно? Нет, это патроны такие мне не нужны. Вернее, такие как раз и нужны патроны. А я беру, собираю другие. Но для автомата нужны вот немножко другие патроны. Кстати, они у меня уже кончились. Я смотрю. Ладно, идем на АТП. На АТП. И, кстати, еще на свалке нужно кое-кого убить. Сейчас пройдем именно туда. Я думаю, это будет еще одним моим хорошим делом сегодня. Проходим дальше, проходим вперед. Возвращаемся вперед-назад. Я думаю, чтобы прочувствовать всю игру полностью, нужно пройти все задания, все сделать. Если вы играли не один раз, то я думаю, что вы уже все задания, абсолютно все уже повыполняли, какие только можно. Потому что, ну, здесь так просто даже погулять здесь по этому большому миру. Приятно посмотреть, что там. Кстати, можно поменять автомат. Мне сейчас придется идти на АТП. Чтобы туда добраться, нужно бандитов будет крошить. Да, кстати, что здесь у нас? На свалке у нас здесь должно быть тоже много что интересного. Вот мне нужно убить так кого-то, да? То есть возвращаемся сюда. Нужно пройти через болото как-то будет. Так что мне тут надо?
Недавно одного из лучших мест зоны стало недоступным для любителей прекрасного на свалке. Свалки. Угу, именно в свалке есть закуток. Вроде ничего такого, он тебе покидает себе часть загляд. Кровь, точнее забава. Потому что теперь. А, ну надо убить кого-то там, да? Сейчас я пойду. О, собаки целой сворой бегут. Ёб твою мать! Как так-то? Что ж вы так... Что ж вы охереваете-то так, а? Закусать меня решили, что ли, доски? Блядь, нихуя себе. Пора менять автомат. Охренеть вас. Блядь, суки. Нет. Это ты что, поиграть так она решила, да? Суки, нихера они, блядь, мочат меня. Фу, охренеть, а. Что-то такое тут получилось, блин. Так просто шли, спокойненько, блин. Ой, сколько я патронов-то не потратил. Ладно. Пойдем искать... Еще одна собачка. Пойдем искать вот это место. Через свалку нужно пройти вот посюда. Там бандиты. У, собаки там еще. Аномальные зоны, целая куча. Ладно, пойдем, используя средства. Самое надежное. Вот эти лишние звуки, которые издаются, меня напрягают. Вау. Тут радиация, что ли, нет? Вот сюда вот, наверное, надо. Вау, заметил. Вау. Ладно, они меня вроде не заметили. Так, что там за место такое, радиация? Радиоактивное место. Трое. Вот сюда куда-то. Опа. Психа. Психическое состояние мое. Кто тут? А если тут еще какой-нибудь кровосос? Там, по-моему, артефакт валяется, да? Я за ним не пойду. Пока не пойду, не хочу. Нафиг надо. Кто это меня? Так, собираем. И уходим. Собираем и уходим. Вау, против меня там такая атака идет. Прорвался. О! Напряжно. Фу, вот это я вырвался, а. Опять собаки! Да что ж вас тут дохерища-то? Поиграться, собачка. Где еще одна? Иди отсюда! Песик, бля. Хвостов-то даже нету. Ну ладно. А мне надо дальше.
надо было дальше пройти, но я думаю, я обойду сейчас вот это место просто. С бандитами я связываться не хочу. Но, может быть, потом, там, когда возле... Возле... Как же он называется? Возле автобуса. Здесь куча наших ребят, да? Так. Ну, недалеко тут осталось. Идем вот сюда вот. Там, надеюсь, радиация меня не захерачит. Так-то сильно тут радиация херачит. Давай водочки возьмем. Отлично. В трубу. Артефакт. Еще один артефакт. И пошли отсюда. Пошли отсюда. Вот и все. Так, перебор. Хорошо. Что у нас дальше? Следующая цель вот здесь. Я думаю, что я сейчас схожу сюда. А на ТП, наверное, я пойду в уже в следующей серии, потому что я здесь задержался немножко, да? По крайней мере, вон тех бандитов я сейчас всех вынесу. А что там за война идет? Там одиночки. Водка это тут, да. Завалил одного. Так, что там дальше? Вон он, вижу я его. Я тебя вижу, парень. Есть. Что там за перестрелка была, я только не понял. Там одиночки, похоже, были, да? Так, антирад. Пойдет. Во. Вот это оружие хорошее, но мне нужно не оружие, мне нужны патроны с этого оружия. Одиночка тут был, да? Приходил одиночка. Он пытался их всех перебить, но у него ничего не вышло. Так, разряжаем. Нет, нечего разряжать. Вот еще. А, нет, вдвоем. Два одиночки тут были. Так, разряжаем. Стоять. Разряжаем. Так, ну что ж. Отправляемся. Вот сюда. Попробуем сейчас там что-нибудь сделать. Так, патроны сменить. Типа, слишком крутые мне не надо там ложить. Посмотрим, что там меня ждет впереди. Я думаю, это задание, которое я сейчас взял. Так. Там, наверное, собак много. А может там и... может быть, там и бандиты. Если там бандиты, тогда... это еще хуже, да? Наверное. А может быть и нет. Может быть, лучше собаки... Чтобы были. Наоборот, чтобы лучше бандиты были. Там бандит. Там бандиты, да? Придется мне их. Я его вынес. Он один. Я-то думал, там... там один идет. У него дробаш. А мне нужно вот сюда, да? Тут, скорее всего, бандиты... собаки, да? Не уверен я. Вау, там целая свора их. Идем сюда. Кто там? Бандит.
вижу бандита. Убил? Там еще, наверное, один есть. Да, еще один. Есть. Так, посмотрим, что у нас тут. Ничего тут интересного нету. Вау, 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 вау. Ну, с дробовиком. Тут вот есть еще какой-то... Давай-ка посмотрим. Так, рюкзак аномальный. Так, а вон туда я доберусь? Фактик хочу взять, да. Уходим отсюда. Кстати, там еще что-то было. Где-то на дереве, наверное, да? А, или вот тут вот. Надо все было взять, да? Для полного счастья. Жекон мне не нужен, в принципе. С ним неудобно. Он тяжелый. Так, ну что ж, идем сейчас вот сюда еще, с этой стороны. На... Вот сюда идем, то есть на... в сторону АТП, на станцию. И там как раз оберем сейчас вот это место и закончим, я думаю, сегодняшнюю серию именно на этом месте. Роль наемника продолжим уже в следующей серии и убьем там военного представителя, я думаю, без особых проблем. Хотя хрен его знает, он в болоте засел. А тут собак. Да нет, собак не видно себе. Вот такой вот закат. Да, если б я... Оу, сразу обратил внимание вот на вот эту вот штуку. Было бы гораздо легче первый раз проходить на АТП. На АТП. Вороны летят. Во второй части этих ворон, я уже говорил об этом, стрелять можно. Бандиты устраивают такое развлечение там. Одиночки. Кстати, я всех представителей торговых убил, да, которых надо было? Да, похоже, да. А, тут двух бандитов надо было убить, да, вспомнил я. Точно. Точно, точно. Можно вернуться за наградой. За наградой. Давай посмотрим, что у нас по заданию. Так, за наградой вернуться в течение 4 дней. Вернуться за наградой. Убить военнослужащего. Ну, я думаю, скажу, убив военнослужащего. Жащего. И думаю, так, еще что, военнослужащего убью. Где он находится? А, то есть он дальше. Армейские склады. Так я не успею, наверное. Ладно, несмотря на то, что не успею. Ну не успею, какие задания не успею, такие не успею. В принципе, ничего страшного нету. Можно будет взять еще раз это задание. Я просто... Мой уровень и классность получится. Кстати, какой у меня рейтинг сейчас? Я уже на 453 месте. Довольно неплохо. Неплохо. Неплохо, неплохо, неплохо. А статистика какая? Я убил 44 бандита. Новичка, сталкера 4. Военных 12. Военных рядовой, лейтенанта одного даже убил. И ветерана бандита. Ну, довольно неплохо. Статистика двигается. Я точно знаю, что в концу игры я уже буду одним из лучших сталкеров здесь. Но если помнить, что не учитывалось действие сталкера-стрелка, как он себя показывал в свое время. Так, тут... стоять, стоять, стоять! В кран! К крану надо подойти. Так... Отлично. Сейчас главное принять вот эту штуку. А, хорошо. Все. Возьмем сейчас вот тут вот еще, да, хабар. И вот сюда восходим. И я думаю, на этом будем заканчивать первую сегодня серию в качестве наемника. А потом пойдем
дальше. Сходим на ЭТП, убьем там представителя. Да. Преимущество. Преимущества никакого не было. Это я вспоминаю вот об этой штуке, да? У бандитов не было никакого преимущества, просто нужно было использовать вот эту вещь. А я по глупости своей... Так, у меня перевес, поэтому довольно тяжело мне будет забраться туда. Если я не приму вот этого. Вау, кто это был? В трубе. Блин, так тяжело идти. Вот тут вот в трубе, да? Еще один костюм. У меня, наверное... Нет, хватит. Так, ну тогда я им продам сейчас после бойни, конечно. Все, что только можно. А, можно и до бойни, да? Вот сейчас. Петька, козырь. Давай-ка мы с тобой поторгуемся, Петька, козырь. Ты мне патронов продашь хороших, аптечку продашь. Я тебе продам костюм. Костюмы... А, автоматик какой-нибудь похуже. Кстати, и ноги можно продать. Куда они мне? И артефактов я насобирал. Просто жуть сколько. Одинаковых. Все. Еще можно. 5.18. Ну ладно. Думаю, нормально будет. 680. Ух ты, как хорошо торгуешь, парень. У меня уже почти полтинник по деньгам. Круто. Нет, сейчас еще темно использовать эту штуку. Так, ну и что? Где будем искать? С той стороны надо обходить. Ладно, пойдем. Без проблем. Ну, вы видите, места здесь абсолютно разнообразные, и поэтому... В общем-то, которых мест даже я, не, может быть, не знаю или не помню. Сейчас все вспомню. Вообще все полностью. Потому что я пройти хочу полностью эту игру. Выполнить все задания, всевозможные. Кто это кричал? Что у меня там радиация нормально? Один выходит сюда. В туалете застрял. Да? Шестеро. Блин, темно, не видно ничего. Они меня не видят. Почти. Сейчас возьмем под экскаватором. Оу. Там, кстати, аномальная зона. Вау. А как туда добраться, интересно? А может быть, не под экскаватором, может быть, в самом... Блин, не видно еще, светло больно. Может, в самом экскаваторе? Давайте проверим. Что там написано было? А, не видно. Не видно, что там написано. Ковш. А с той стороны ковша, если обойти? Там далеко. Ну вот сюда вот можно... Вот сюда можно пройти, да? А где? Вон он. Ну, рюкзак. Ну ты где рюкзак? Вот же он лежит. Вот же он рюкзак лежит, я его достать не могу. Или в ковше. Ай, японский городовой. В ковше или за ковшом? Вон он, да, я вижу его. А вот собрать не могу почему-то. Чё такое?
Вот, есть. Отлично. Патроны. Ну что ж, выходим отсюда. Стало темно. Да не видно нифига. Тоже мне использование. Бесполезное использование. Придется пока пользоваться именно вот этой штукой. Все хорошо. Все хорошо. Одиночек всех побили. Шансов нет. Воу! Воу-воу-воу! Если он сейчас вылезет, он сейчас на меня пойдет. Ладно, все нормально. Вырвались! Да, на этом наша серия сегодняшняя, думаю, подходит к концу. Я все обобрал, все, что мог. Выполнил по мере возможности все задания. Сейчас посидим здесь с одиночками и потом завтра уже. На 6 мутантов? Да. Вот собака. И завтра уже со свежими силами пойдем. Что, собаку убить не можете? А я убил. Все. На этом убили еще одного. Давай-ка я лучше поищу, что у тебя есть. О, смотри, как классно. Это то, что я ему продал только что. Артефактов уже нету. Как ни странно. Ладно, вечереет на наших глазах, поэтому заканчиваем. О! Ля, муха. Так-то. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Всего доброго. Пока.